Меня не устраивает такая активность директора КП «Запорожье». Я считаю, что директор, работающий на таком предприятии, имеет огромное количество возможностей для того, чтобы там происходили изменения, чтобы туалеты становились нормальными. Вот официальное заявление руководителей всех, подчеркиваю, постоянных комиссий. Великий, Гунько, Завгородня, Лихачева, Полюсов, Рекалов, Чухрай и зам руководителя комиссии. Все восемь просят вас, Александр Чинсанович. Пожалуйста. 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 И начнем работать.